Ну что, короче, примчались мы. Разловился я по окуню. Ну тут есть и побольше окунь. Самый настоящий галавль зимний. Ну вот так вот как-то. Всем привет. Идем на рыбалку. На улице 8 градусов мороза. Сейчас 6 утра. Мне кажется, что будет еще холоднее. Короче, погодка вроде супер. Ледок, надеюсь, там тоже. Поэтому поедем. Лед 100% там отличный. У нас сегодня в арсенале и плешня, и бур. Потому что, блин, есть подозрение, что мы плешню уже задолбаемся молотить. Это не неделю назад. Неделю назад была намного слабее температура, минусовая. Поэтому все было печально. Поехали. Как видно, тут не мы одни были. Тут буравили уже конкретно, блин, лунки. Короче, 27 число сегодня. Были морозы большие. Основной псел по руслу ни хрена не замерз посередине, блин. Проталина такая, течение валит просто капец. Пользуясь случаем, передаем одну из таких же самых рыболовов, как вот мы сейчас. Роме, привет. Роме Ворону привет, да. Рома, Рома, мы вышли на нормальный лед. Мы по камышам не полезем. Ты вообще экстремал, конечно. Поэтому тебе... А мы так чисто по-простяцки уже по хорошему проверенному льду. Да, мороз есть сейчас где-то градусов 10, наверное, точно. Пальцы подмерзают, не знаю, как камера, короче, будет. Сейчас, короче, будем буриться, будем думать. Все, давайте, потому что буриться придется, это... нелегкая работа. Погнали. Короче, пацаны, разловился я по окуню по зимней рыбалке в этом году. Вот такие это окуня клюют на глубине, блин, не знаю, сантиметров 30, наверное. Вот это козырная луночка. Сейчас попробуем еще. Там, где балансиры в кармашке, я тебе говорю. Вот и второй окунь пошел. Не подумай, что мы одного и того же, блин, цепляем, блин, постоянно. Если мы одного и того же цепляли, он бы был такой не живой, а такой замерзший. Короче, Санек, шачен. Спасибо. А вот он второй. Уже заледеневший. Короче, мелочь, но без мотылка рулит, короче, пока. Не знаю, посмотрим. Ну, тут есть и побольше окуньки. Да? Да, я 30 декабря ловил, то такой, ну, почти ладошечный был. Ну, посмотрим. Опа-тя! Зимняя плотва. Да. Так прикольно ударило и не раз. Вот так подкидывает. Рыба идет и рыба есть. Погнали. Продолжает клевать вот такой вот нано-окунь, ёпта. Проханный, блин, пришлось чуть луночки подкормить. Санек там упражняется по плотве, блин, пытается тоже ловить, короче. Ну, мы ловим в этом сезоне со льда. Правда, первый наш выход, многие уже выходили, но ничего, мы тоже успеем. Захавал так, что дай боже. Ага, вижу. Вон, видишь, вообще, ага. Вообще неожиданно такая поклевочка была, ага, я думал, что нифига. Вон, тюк. Короче, работает пока только две лунки, блин, почему-то. Еще такого одного поймал, окунька. Нелескипического. Вот такой вот нано-окунь. Кошмар. Не получается ловить, чтобы камеру включенную. Оставлять на морозе не хочу, убивать аккумулятор. Поэтому, ну, просто ставлю на запись, конечно. Но I'm sorry. Попробуем сейчас, не знаю, получится. С включенной камерой, думаю, как обычно, не получается. Пока камеру держишь включенную, ничего не клюет. Так как только ложишь карман, так что-то и клюет. Короче, не хочется на камеру наклевать. Положу камеру куда-то в карман и поймаю, покажу. Рассказывай. Да. Ну, в общем, пробовал, короче, вот так вот медленно, плавненько поднимать, опускать, понял? Вот так вот вверх, вниз, нифига. Опустил на дно и начал так, понял? Быстро. Сразу клевак, она, ну, на паузе небольшой. Бжж, и есть. Вот такая вот таранушечка. Вот, хорошенькая. Это, короче, о чем говорит? О том, что кивки магазинные и кивок с дискеты все-таки рулит, блин. Да, дискетный кивок, классно, рулит. Вот такая таранушечка. Да, нормально. Эх.
Ой. За леску зацепился. Ты учишь ее летать? Ну, типа того, да. Короче, залез на луночку такую. Глубина примерно сколько тут? Так, короче, фигня. И вот такой вот окунечек хапнул. И успел мотыля сожрать. Короче, такие сегодня рыбалки. По окуням. Пацаны, мы тут жарим колбасу с салом и с овощами. Овощами, блин, какой-то херня. С какой-то херней. Короче, просто решили согреться, потому что холодно и кушать хочется. А оно горяченькое, пахнет, блин, что шашлык. На, сейчас пойдем посмотрим. Вот наш пока улов. Такой вот окуня. Вот такое вот место на Псле. Природа классная. У вас как дымовуха. Дымовая завеса, блин. А ну пробни. Ваньку поснимается, не будет пробовать. Ой, бля. Попробуем, бля. Блин, и Ваня камеру уронил. Вася, блин. Дегустатор и ядрить колотить, блин. Ох, как жарится сальцо. Сом. Счастье, здоров, бля. Здоров, бля. Так, Ванько, а ну иди сюда. Разрушитель легенд. Бля, странно как-то. Мы пьем, Ванька падает. Что такое? Сразу со снегом. С моей стороны давай тут. Вот нормально как стояло. Как-то. О, пойдет. Да. Санек на природе хавает. Горяченькая. Да. Сальцо, зажаренный хлебушек. Рыбалка рыбалкой, но... Обед, по расписанию. Обед по расписанию, да. Короче, рецепт на природе. Не на природе, домашний, но на природе подогретый. Кусочками сала режем. Такой с пахнушки. Кидаем сковородку на большой огонь, чтобы сковородка была раскаленная, горячая. Обжариваем. Потом, да, потом добавляю, короче, туда соус, который используется в этом, в роллах. Вот. Я брал специально туда соус, кислинка ощущается. И вот этим продаются магазины мороженые, короче, овощи там. Морковка, фасоль, что там, горошек. Горошек, кукуруза. Кукурузка и всякое такое, короче. Да. Вот. Потом чуть-чуть специй по вкусу. Я там добавлял зелень на трошке просоленная. И все. Это все перемешивается. Блин, я говорю, вообще обалденно. А вот именно с овощами оно, блин, ужаривается и протушивается. Получается такая вещь. Поэтому... Короче, у нас получился плавно обзор рыбалки перешел в обзор кулинарии какой-то. Кулинарные снасти на природе. Да, да, да. А теперь это все подогрелось на костерчике, блин, зажарилось, обжарилось сковородочки. Конечно, мне, конечно, дома прибьют, сковородку придется отмыть. Но это еще не самый худший результат сковородки, поэтому я думаю, у многих рыболовов есть сковородки похуже, чем моя, поэтому вот такие дела. Нормально. Такой нежданчик обзор Санькиного рюкзака, ну, рыбацкого рюкзака. Короче, непонятно, что. Ну как, понятно, я знаю, что у меня остался сетевой кабель. В общем, я еще татуировщик, ну как бы делаю татуировки, и сейчас так получается, что хожу. Ну, так. Сань, ты хочешь сказать, ты рыбам татуировки делать будешь? Да. Я еще не взял сюда блок питания, блин, и клипкорды, и тату-машинки, короче, сюда еще не хватало. Короче, Санек с плотвы делает окуня. Набьем им, короче. Я понял, Санек, окунь – это рыба с татуировкой, короче, вот. Да, полосы там нормально. Это я их крашу. Короче, подъял, поймал на подъеме вообще. Уже думал вытягивать, короче, с лунки мормышку, блин. Вот. И уже так достаю и смотрю по кончику. Чикс натянулся. Я думал, зацепился, ну, за край лунки. Да, за край лунки. Аккуратно.
две кушок. Короче, вот так вот. После обеда мы поймали два штуки, пока. Да. Блин, Санек меня облавливает, жеванный крот. Я вот тут вижу... Галавль. Это галавль, Санек. Это галавль. Самый настоящий галавль зимний. Охренеть. Короче, Санек себя поймал тарануху, окуня, еще и головля вдобавочку. Так я здесь вижу, как окуня, понял, вот в лунке я их видел, как они атакуют мормышку. Это просто вообще так классно. Одного вытащил, второй сошел, а третий я видел, как выходил, короче, понял. Ну, он просто ударил и все. Ну, на камеру заснял. Да, пообедал. Галавлик, самый настоящий. Все, отлично. 7-6, меня обловили. Так, пошел я реабилитироваться. Надо сравнять счет резко, притом. В ответочку на галавля я поймал такого вот окуня. Конечно, это не галавль, но окунь. Но сути дела не меняет. Счет на табло. 7-7. Кивок магазины против кивка дискеты. Блин, сожрал, ёханый бай. Я к щука прям на рыбалке. Какой куняра. Переястый. Поехали дальше. Короче, что получилось? Вода пошла. Тут подперло чуть-чуть воды по уровню. И немножко по-другому стало клевать. И немножко поменяло места. Где не клевало, на течке входе-выходе. Начало брать. А до этого, блин. В кайт понапивались, пацаны, в хлам, блин. Не, нифига, скользко, просто я хотел сесть на стульчик. Немножко упал. Короче, поехали дальше. Короче, как только я ловлю ответочку, блин, Санек умудряется поймать еще одну ответочку. Блин, иду к нему. Счет был 7-7, теперь, блин, 8-7. Ну, ёханый бывай. Да. Хорошенький, да. Тут. Блин, 8-7, ёпт. Я там пока бегаю по заливу, кручусь, пытаюсь вылудить. Санек тут, блин, рыбу ловит, головля поймал. Ну, ёханый бабай. Это говорит о том, что все-таки кивочек, блин, с дискеты рулит. Пацаны, никому не рассказывайте про этот секрет. Не успел и вернулся обратно. И счет перевысил 9-7. Ёханый бабай. Ну, это правда помельче. Намного, но все равно. О, надо зафоткать такой питомник. Короче, Санек замерз уже тут. Замерз капец, но рыба конечно. Есть. Вот так мы, короче, сегодня нарыбачили. Ну, мы еще рыбачим, конечно. Вот такие вот у нас рыбинки. Вот такой вот наглый окунь. Я его увидел, как он за вот этой штучкой выходил, короче, тупо под лункой, и увидел, как он схватил его. И он здесь у нас. Оп. Короче, я понял, 10-7. В пользу кивка. Да. Дискеты. Блин. Ну, удилка твоя, блин. Так, удилка с зонтика, ёпт. Удилка с зонтика, да, рулит просто вообще жесть. Это, блин, талисман, везучая удилка просто. Ну, конечно, я полночи собирал, ёпт. Короче, я сегодня поймал первую. Блин, обосрала руку, ёханый бабай. Первую рыбу, верхобзду. Вернее, краснопер. Ой. Чехтусы, красноперка. Да, будет чья-то рануха, неважно, короче. Сегодня первая попалась на подъеме на самом. Вот такой вот окунечек. Крайний сегодня за зимнюю рыбалку. Такой красивый, зимний, пузатенький. И завершаем свою рыбалочку. На последних минутах, буквально по свистку, ровно в 2 часа перед тем, как зазвонил мобильный телефон, я поймал крайнего окуня на сегодняшней рыбалке. Тем самым почти сравнял счет 11-10 в пользу Санька. Вот как-то так. Ой, там хорошенький такой.
пойдет. Нормально. 11-10, короче. Пацаны, делайте выводы, блин. Безмотылка на дискете рулит. Чем дискет, чем, блин, кивок магазины. Хотя, в принципе, не в этом суть, по большому счету. Вся проблема, скорее всего, в другом. Я магазинным кивком сегодня первый раз рыбачил. Все время дискетным. Поэтому пока подобрал проводку, пока подобрал, как брать, что до чего. Вот как-то сегодня так и получилось. Под вечер уже начал окунь брать прям практически под кромкой льда. И вот Санек тоже выхватывал рыбу именно там, да, с под кромочки попадал. Да, я просто его видел, как он за мормышкой выходил. Вот, и последний, который я мормышку оборвал, он вообще выскочил. Вылетел. Да, вылетел где-то со стороны. Я его видел, подсек немножко, так резко. Вот. Короче, подсек как летом на спиннинг подсекает, понимаешь? Да. А то, что там леска, блин, грамм 400 на разрыв, то у тебя там, по-моему, меньше, наверное, до 300 рот. И он рвется руками с поводника, там волосинка. Санек решил рвануть и, короче, оборвал. Оборвал, да. Короче, сегодня у нас потери. Мормышка оборванная одна. И Санек еще умудрился оборвать балансир, блин. Ну, а на этом все. На этом все, да. Всем пока, ставим лайки, комментируем, подписываемся на канал, потому что YouTube ввел новые требования, блин. А там надо 1000 подписчиков, у меня их нету. Хотя, конечно, просмотры по количеству у меня больше, но тем не менее канал монетизацию, господи, закрывает. С 20 числа мне пришло сообщение. Ну ничего, будем дальше бороться с этим, будем пробовать ловить дальше. Мы как нормальные рыболовы. Снимаем свое собственное видео. Да. Не воруем чужого, не переделаем. Короче, сегодня всем пока. Бай. Пока.